Мы дали на сайте городского совета объявление о том, что предприятия, организации, физические лица, если имеют желание, могут перечислить средства в целевой фонд. Лично ко мне подошел руководитель одного из предприятий города и спросил: «А скажите, вы будете открывать какой-то счет для того, чтобы мы, наш коллектив, это было буквально в первый день, чтобы перечислить средства, коллектив высказал такое желание для оказания помощи?» И я сказала: «Нам не надо открывать счет, у нас есть целевой фонд». Многие работники исполнительных органов знают, что целевой фонд, это он так и называется целевой, что каждый желающий может туда перечислить деньги с указанием назначения платежа. И ни в коем случае эти деньги не могут пойти на зарплату, потому что это отдельный открытый счет. И сегодня он как раз для того, чтобы было прозрачно. Лично моя идея, мое предложение, что когда какая-то энная сумма средств будет зачислена на этот счет, будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители МЧС, колледжа руководства и студентов, и коллегиально будет приниматься решение, на какие цели, кому указанную помощь направить. Поэтому я очень прошу средств массовой информации, которые распространяют не просто недостоверную информацию, извините, даже нету слов, как сказать, то, что, ну, по крайней мере, я видела в сюжете одного из телеканалов. Поэтому поверьте, что максимально вся помощь, которую мы можем оказать, она будет сделана. Подробный отчет, и, кстати, по целевому фонду мы систематически, как только начнут первые перечисления, мы будем еженедневно давать на информацию на нашем городском сайте. Спасибо.